В Уральске состоялся фестиваль, посвященный празднику Наурыз. Участники мероприятия продемонстрировали национальную кухню, обычаи, традиции, народные песни и танцы. Как встречает праздник, расскажут наши корреспонденты. С утра в фойе ДК «Молодежи» царит праздничная атмосфера. Помещение украсили ряд дастарханов с национальными блюдами. Участники фестиваля все до единого в национальной одежде. Все готово к встрече долгожданного весеннего праздника. Открывает фестиваль, посвященный Наурызу, демонстрация национальных традиций. Бывший некогда кочевым, сегодня казахский народ стал оседлым. И демонстрация всех старых обрядов и традиций можно увидеть как раз во время народных праздников. Представители сферы культуры справляются с этой задачей превосходно. Смотря на их выступление, будто погружаешься в прошлое, в дружную, беззаботную жизнь на просторах Жайляу. Сегодня мы собрались по прекрасному поводу. Наурыз – это праздник единения народа, встречи Нового года по восточному календарю. Мы встречаемся друг с другом, поздравляем с наступлением весны. Я рад, что в этот праздник мы передаем традиции молодому поколению. 22 марта Наурыз празднуют не случайно. Именно в этот день протяженность дня и ночи сравнивается, и затем день начинает удлиняться. По-настоящему наступает весна. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.